Пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей, и здесь на этом перекрестке. Подбросим до поселка, мамаша. Не бойтесь, дорого не возьмем. Ну, как с пенсионерки, десяточку. На 200 грамм горючего по розничным ценам. Стрибайте. Закройте дверцу. Вот то мамаша. Курс окончен, по глухим селениям разбредемся в дальние края. Ты уедешь к северным аллеям, в жаркий Казахстан уеду я. Простите, я угадал? Значит, окончили. Значит, к нам, в глухое селение. Прошу. Спасибо. А разрешите узнать, по какой такой специальности? Педагог. Ах, педагог. А часом не русской литературы? Да. Откуда вы знаете? О, я даже знаю, куда вас определят. Куда? Заречная улица, дом номер 21. Вечерняя школа рабочей молодежи. Адрес точный. Почему вы так думаете? Вы там учитесь. Кто, я? Что вы? Я 7 классов кончил, 8-й коридор с меня хватит. Знакомые учатся. У них там вторую неделю литературы нет. Сбежала. Как сбежала? Обыкновенно. На самосвале. Завез. Вот как вас. И туда, и обратно. Тоже окончила. Тоже молодая. Некультурный у нас показал. Телевизоров нет. Домоводелей тоже нет. Не, ателье, конечно, имеется. Но вот этого самого, как его, космополитического кабинета тоже нет. Но опять же, хлопцы в классе заводским дымом пахнут. Всю дорогу мне жаловалось. Ох, и проводили ж ее. Хлопцы у нас горячие. Да и работа у нас, между прочим, тоже горячая. Наш главный проспект. Смена идет. А вот, между прочим, и ваши ученики.
Здорово, школьники! Уроки учите! Приветствуем! Ну да, повторяем. Глуши мотор, Юра! Вешайте. Присоединяйся! Нельзя, братцы, права отберут. Да ничего. Тетя Маша, ваше здоровье. Будь здоров, племянничек. Счастливый путь! Пассажирку не потеряй! О, Алек, радость, садись, подвезу. Спасибо, дождь уже кончился. Да ты уже и так одну везешь, хватит. О, приревновала. Ну, как вам понравились ученики? Не бойтесь, они у нас мирные. Ой! Тебе что, Сашок, жизни не жалко? Мне ног жалко пешком топать. Здравствуйте. Здравствуйте. Втроем поместимся, а? Само собой. Подождите, я вам уступлю место. Ни в коем случае, Юр, контакт полный. Подождите! Что вы делаете? Остановите, я сойду. Немного погодя. Остановка здесь воспрещена, чего доброго штрафую. Ну-ка же, опять же, права. Надолго в наши края? Ну, это зависит от разных обстоятельств. А разрешите узнать, зачем? Ну как же, женихи в нашем поселке видные. Ну и опять же, невесты на расхват. Остановите машину. Спокойно, спокойно. Осторожно. Так и людей угробить недолго. Отвечать кому? А без шуток. Что вы сегодня вечером делать думаете? Грустить о прошлом. О, не годится. Знаете что? У нас сегодня шумная компания собирается. Где? По какому поводу? Почему, я не знаю. Новый год встречаем с елкой. В ноябре-то? Ага. Это по какому же календарю? По мартеновскому. Что, Сашок, дожал? Ага. Дай-ка я тебя расцелую. Соседку, она меня, и начни. Ох, я обмою. Немедленно остановите машину. Не надо. Приходите, девушка, не знаю имени, отчества. Приглашаю от всего сердца. Потанцуем, повеселимся, а? Заречные два. Калитка со скрипом, злых собак нет. Значит, у Зиночки. Буду ждать. Придем без опоздания. Лично я советую. Очень милой компанией танцы до утра. Не пожалеете. Прибыли. Гор Оно. Прошу, держите ваш тяжелый. Ну что вы, какие мелочи. На обратном пути отдадите. Когда сбегать будете? И нету. Ах, вот она. А, прошу. Вот, ты ее сейчас откроешь. Здравствуйте. Заходите, девушка. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуй, Витенька, раздевайся. Так, тарелок хватит, вилок тоже хватит. Самые лучшие даю. Знаю, мама. Смотри, а то передовые, передовые, а потом осколки по полу собирай. Да бросьте, мама. А он ничего. И зарабатывает, и почет. Только характер. Смотри, сколько денег зря на ветер перевел, а? Праздник для друзей. А вы что, чужие деньги считаете? А может, твои будут? Да бросьте, мама. Идите уж отдыхайте. Ну, ты на родную мать голос не повышай. Можно? Хозяйничай, доченька, хозяйничай. Как у вас вкусно пахнет здесь. Угощай гостей. Зин, ну чего ты на кухне копалась? Уже натанцевался? Нет, сейчас с тобой пойдем. Пойдем, а? Побежим. Чего ты колешься? Пойди со своей Любочкой потанцуем. Ну и потанцевала, что раз нельзя? С Тосечкой тоже потанцевал? Зин, да брось ты, нужны мне все. Уходи к своим Тоськам. Да у меня одна своя. Злая, но... Милый Саша, я не ваша. Уйди, видеть тебя не хочу. С тобой не сладишь. Никогда. И оплатит все Саша. Где? А вот. Вот и поймал. Вот они чем тут занимаются. А чего ты без стука ходишь? Вот теперь можно. Сашок, ну почему не начинают? У меня горло пересохло. Кого ждем-то? Крушенкова. Это кого? Инженера, что ли?
Тю, тоже мне персона. Можно подумать, что весь этот праздник из-за него. А вот, Юр, если бы не было инженера, то и праздника не было бы. Ну, ну, с приездом. Будь здоров. Ну ладно, хватит. Кто это? Аля? Ну вот мы и узнали. Кем занято сердце инженера Крушенкова? Танюш. Я. Только. Здравствуй. Задушишь. Танюшка, ты как сюда? Обыкновенно. На самосвале. Значит, не забыли адрес? Решили навестить? Ну, как? Вы уже знакомы? А как? Самым тесным образом. Ну, где вы ходите? Да, Тань, познакомься. Саша Савченко, виновник торжества. А мы уже знакомы. Да, вы действительно уже знакомы. Как знакомы? Прошу отнестись должным образом. Молодой педагог будет преподавать у вас в вечерней школе русскую литературу. Приготовьте тетрадки для двоих. Как? Это знаете? А как же, мы все знаем. Мы только одного не знали, Тов Крушенков, что она вам родственницей доводится. Откройте секрет. Кто она вам, невеста или жена? А это не важно. Да это не важно. У нас там вино прогисает. Пойдемте за стол. Ну, правильно, прямо с чемоданами. Да понимаете, в чем дело. Татьяну, Татьяну Сергеевну, пока еще не обеспечили жилплощадью. Вот мы и... Вы извините нас. Зиночка, я слыхал, у вас мамаша сдавала комнатку. Можете вы... Да есть. Пойдемте. Нравится? Обозрите апартаменты-то. А ты что же ты чужими комнатами распоряжаешься? Зиночка, это в порядке уплотнения. Твоя мама все равно ведь сдает. Вот я и помогаю. Как-нибудь без твоей помощи обойдемся. Да вы не беспокойтесь. Если нельзя, мы в другом месте найдем. Ну что ты, Зиночка, ну разве же можно так? Девушке ночевать нельзя. Надо же войти в положение. Все мы люди. А чего не сдать интеллигентного человека? Заходите, родненькая, заходите. Вот я и говорю, проходите, проходите. Располагайтесь, здесь у нас тихо, будете как в родной семье. 250 рублей. Сколько? Таких и цен нет, Марья Гавриловна. Так и комнат таких нет. Отдельные, мы же с мебелью сдаем, а свет, а уборка... Нет, родненькая, нигде дешевле не найдете. Дорого все равно, Марья Гавриловна. Я согласна. Ну вот и хорошо. Ну а вы, ребята, чего стали? Ну что вы выставились, как перед прилавком? Человеку с дороги переодеться надо. Идите себе гуляйте. Ну ищите, иди. Так мы не садимся, ждем. Ну, Алёк, вот портвейн розовый, самый дамский. Ой, а мне наливки хочется. Спасибо. Спасибо. Ну, на вот, закуси игрушкой, врачами рекомендуете. Да я яблоки люблю. Ну, ладно, кого ждём-то? Минуточку, сейчас. Татьяна Сергеевна, вы готовы? Татьяна Сергеевна, устала с дороги. Федя, давай тост. Ты же у нас мастер. Давай в стихах. Мы на восьмом своем мартене варили огненную сталь. И обогнав часы и время, внесли поправку в календарь. Пускай сегодня дождь и лужи, среди ноябрьских непогод, как будто среди январской стужи, мы встретим, хлопцы, Новый год! Будь здоров! А Таня? Не знаю. Погодите. Татьяна Сергеевна, выпейте с нами за компанию, а? Ну, будьте-то здоровы. Ну, будьте. Ты что же ты? Ты что же до рюмки бьешь? Так вырвалось.
А ты вот теперь у меня не вырвешься. Поймал? Поймал. Это я тебя поймала. Не выпущу. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Садитесь. Товарищ, позвольте вас познакомить с новым преподавателем русского языка и литературы Татьяной Сергеевной Левченко. Татьяна Сергеевна также будет вашим классным руководителем. Прошу любить и жаловать. Прошу вас. Спасибо. Не буду вам мешать. Ну вот, со мной вы уже знакомы. А теперь я должна познакомиться с вами. А разрешите вопрос? Да. А надолго вы к нам? Что надолго? Ну, я говорю, надолго или, может, так, недельку-другую. А это зависит от многого. В частности, от того, сколько подобных вопросов вы мне будете задавать. А мы вопросы задавать любим. Я вижу. Алешина. Я. Бондарь. Есть. Воронец. Я. Вовк. Тот. Воловой. Я. Гороховская. Я. Донченко. Здесь. Дыгай. Я. Еремина. Я. Заболотный. Присутствует. Ищенко. Ищенко. Моя фамилия. Прошу не путать. Мигулька И. Мигулька М. Мы. Кто это мы? Я и Маруся. А почему вы не встаете, когда вас вызывают? Нельзя ей. Я попрошу вас встать. Сиди, Маруся. Садитесь. Миронов. Здесь. Назаренко. Я. Осадчик. Есть. Опаздываешь? Бывает. Роговой. Я. Ревенко. Я. Савченко. Савченко. Отсутствует. А у него новогодние каникулы начались. Отменил. Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, товарищ. Здоров. Вы уже приступили к своим обязанностям? Вы почему опаздываете? Я? Когда как. Позавчера, например, часы подвели. Вчера приятеля задержали. А сегодня вот. Разрешить поздравить с началом работы. Последние осенние. Еле достал. А у нас сейчас не урок ботаники. И поздравлять меня не с чем. Так я же от имени всего класса. А я от своего имени. Попрошу вас больше не опаздывать, не прерывать занятий. Садитесь. Больше не буду. Честная пионерская. Товарищи, на предыдущем уроке вы закончили изучение бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Точно. Карету, мне говорит, карету. А сама села на поезд и укатила. А вы, оказывается, хорошо знаете комедию. Ну вот мы и попросим вас рассказать нам о ней у доски. А я у доски отвечать не вызывался. Я вас вызываю. Идите к доске. Пожалуйста.
Расскажите нам об основных образах комедии. Сейчас он расскажет. Об основных образах комедии? Да. Значит так, основными образами комедии, бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума» являются: первое, девушка Софья. Второе. Молчацкий. Как? Молчацкий. Да вы читали комедию? Читал. В детстве? В детстве. Чувствуется. Вы хотя бы в книгу заглянули? Некогда было. Работал много. А вчера вот заседали за столом. Вы же знаете. Голова, знаете, до сих пор кружится. Это видно. Пойдите, проветритесь. Как? В коридоре. Это за что же это? А что я такого сделал? Да не пойду. О-о, директору жаловаться. Савченко, я жду. Ну что с тобой сегодня? Не хочешь заниматься, другим не мешай. Ну а вы-то чего, ребята? А-а-а. А мы чего? Мы ничего. Да. Мы молчим. Нехорошо с этого начинать. Примета плохая. Удачи не будет. А я не верю в приметы. К следующему разу «Горе от ума» знать всем. Монолог Фамусова наизусть. Буду спрашивать. А теперь мы перейдем к новой теме. О, Сашок, радость моя. А почему здесь, а не там? А, понятно. Покурить захотел. Не-а, выгнали. Ну. Ага. Это кто же, вот этот педагог? Ага. Строгая. Ты только одна, одна виновата. Веденька, захвати книжки, ладно? Привет. В тот год, когда армии Суворова штурмовали Альпы, когда в своем холодном дворце доживал последние дни жестокий и трусливый император Павел, в Москве, в доме родовитых, но обедневших дворян, Пушкиных, родился... Сеанс окончен. А вот интересно, кто же это все-таки родился? Гоголь! От души советую. Ну чего тебе эта наука? Ведь профессором все равно не будешь. Только настроение себе портишь. Да ладно, все учатся. Надо. А зачем? Ты что, зарабатываешь, что ли, мало? Да, учение, конечно, свет. Только на нашей улице фонари так хорошо горят. Нет, время надо проводить культурно, в сопровождении музыки. Слушай, Йорк, нравится мне этот человек. Понимаешь? Нравится. А что делать? А ты что, сам маленький, что ли, не знаешь? И вот, сдув последние листья с оголенных деревьев, пришла пушистая, снежная зима. Дома надели белые шапки, деревья — белые шубы. На плетнях развешаны белые ковры. Все бело кругом, все бело кругом. Ледяными узорами разрисовал искусник мороз окна домов, окна домов. А в домах тепло и уютно, словно нет зимы,
словно нет зимы. Потрескивают смолистые поленья в печи. Савченко, если вы еще раз посмотрите в чужую тетрадь, получите 2. А вы думаете, я так больше получу? Войдешь с мороза в дом, пригреешься и забудешь, что на дворе снег и холод. Снег и холод. Мигулька, Мигулька, что с вами? Спать идите домой, как вам не стыдно? А что здесь стыдного? Человек ночью жену в родильный дом отвез, а днем работал, сутки не спал. Стыдно. Идите домой, идите. И даже косые лучи зимнего солнца покажутся ласковыми. Покажутся ласковыми. Коротки зимние дни. Длинны зимние вечера, длинны двое. Покажется солнце перед самым полуднем, осветит промерзшую землю холодными лучами. Лучами, запятая. Прогуляется по краю неба, и нет его. Татьяна Сергеевна... Да какая несправедливость! Доклад такой крупный, а танцы такие мелкие. Ну почему не наоборот? О, Зинок, дорогуша, вон-то какая сегодня. Прибыла на встречу со своим сталеваром. А ты почему не раздеваешься? Билета нет? Сталевара нет. Ищут, ищут, с ног сбились. Он из дома-то ушел, а сюда-то не пришел. А где же он? Я думал, что ты знаешь. Так заработали, что ноги не держат. Испугались? Нет, спасибо, просто не ожидала. А я ожидал вас. Татьяна Сергеевна, сегодня во Дворце культуры вечер танцев под Родиолу. Ну и что же? Да вот билет. На 2 лица, а имеется только одно. Задача, понимаете? Не совсем. Ну, второе лицо требуется. Не откажите, Татьяна Сергеевна, целый вечер ожидал. Напрасно. Татьяна Сергеевна, а почему вы так плохо относитесь? К кому? К себе. Никуда вы не ходите. Сидите в четырех стенах, как бабуся старенькая. А ведь вас никто не просит заботиться обо мне. Да, это кто знает. А может быть, она попросила. Послушайте, а вам самому не противно? Что? Говорить такие глупости. Да, Татьяна Сергеевна, я же вам вполне серьезно говорю, а вы обижаетесь. Татьяна Сергеевна, прошу. Пропустите меня. Там начало. Соглашайтесь. Это что, ваш метод получает согласие? Уйдите с дороги. Татьяна Сергеевна. Первый поцелуй. Какой горячий. Ну, расскажи, Мигуль, ну кто, пацан, девчонка? Девчонка, 11 лет. Ну, причитай за себя. Ты извини меня, Танюша. Я сейчас.
Я на одну минуточку. Ладно? Я на одну минуточку. Видите, инженера не вон. С учительницей стоит. Серьезно. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброго здоровья. Разреши пригласить? А может, нужно сначала спросить у тех, которые раньше вас пригласили, а? Ну, зачем же так? Пойдемте, Николай Николаевич. Татьяна Сергеевна, разрешите, школьный вальс специально для вас заказан. О, давно мы стали взрослыми. Я не танцую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я. Татьяна Сергеевна. Я не танцую. Да я тоже. Я вот тут с вами посоветоваться хотел, почитать. Что почитать? Стихи. Какие стихи? Да я тут так для себя. Только у меня тут с рифмами не все в порядке. И вообще, ну, критику хочу услышать. Ну как, прямо здесь? Ну зачем здесь? У нас мест много. Татьяна Сергеевна! Дочка у меня. Татьяна Сергеевна, поздравьте человека. Выпейте с нами, Татьяна Сергеевна, 11 фунтов. Ну, я вам последнее прочту. Моему другу называется. Моему другу. Мой друг простой по виду парень, он не гитарой знаменит, он просто сталь мартени варит, за партой вечером сидит. Он днем с огнем, а ночью с книжкой, привык он время обгонять. Он на завод пришел мальчишкой, а стал хозяином огня. А стал хозяином огня. А дома мать, сестренка с братом, и фотография отца, что на войне погиб солдатом от автоматного свинца. Да, нелегко тебе порою, но ты, мой друже, не робей. Есть судьбы легче, я не скрою, но нет прекраснее твоей. Ну-ка. Ну-ка, инженер, ты что тут мешаешь? Что это Ну как? Вы знаете, стихи еще не совсем хорошие. Но хорошие. А кто это ваш друг? Или это вымышленное лицо? Почему вымышленное? Ты же я про Сашу написал. Про Савченко. Про Савченко? Что-то не похоже. Да вы его мало знаете. Вы не думаете, что он всегда такой. Это с ним только что в последнее время случилось. Компания завелась. А так, вы не думайте. А я о нем вообще не думаю. Сашенька, вот гость дорогой. Можно? Заходи, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. А я все вожусь, вожусь. От Зиночкины платье переглаживаю. Все для нее и для будущего зятя. Уж он у меня ее на всем готовом получит, не обидится. Зиночка, к нам Сашенька пришел. Ты что же ты здесь делаешь? О, здравствуй. Решил посмотреть, как живется квартирантки за 250 рублей. Как живется? Лучше спроси, как нам с ней живется. Захламила всю комнату. Ты что же, ты дорогу к нам забыл? В воскресенье собрались, ждали его, ждали.
пластиночки такие были. И в бутылочку играли. Я с Пашкой из Литейного 5 раз поцеловалась, вот. На здоровье. А это кто такой? Ухажер столичный. Видишь, под тарзаном подстриженный. Она с такими прыгать привыкла. Ухажер. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы что же это себе позволяете? Если хозяева не заходят, значит, можно всю комнату перевернуть. Запылили все, превратили комнату в мусорный ящик, а еще культурное. Да брось ты, Зин. Ничего с твоей комнатой не случилось, только светлее стало. Татьяна Сергеевна, да? Вы простите меня, что я без спросу к вам, а я за помощью. За помощью? Понимаете, Татьяна Сергеевна, трудно мне. Ваш предмет дается, и вообще многое не ясно. Надо же ведь как-нибудь, если вы, конечно... Ну что ж, я вам с удовольствием помогу, ведь это моя обязанность. Вы садитесь. Так вот, предупреждаю, или убирайте это все, или... Или сами... Раздевайтесь. Да я... Ну ладно. Ну, какие же у вас неясности? Понимаете, Татьяна Сергеевна, я... Ой, вы меня извините, вы не очень торопитесь. Я нет. Вы знаете, это всего 20 минут, вы садитесь. Это совсем недолго. Вы посидите. Внимание! Начинаем концерт по заявкам радиослушателей. По просьбе комбайнера Науменко, киномеханика Рябова, учительницы Левченко и других радиослушателей, передаем второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Исполняют Лев Оборин и симфонический оркестр под управлением Науменко. Thank you.
Мы встречались с тобой на закате. Ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое платье, утонченность мечты разлюбив. Утонченность мечты. Саш! А, Саш? Саш! Спи. А ты сам почему не спишь? Тебе ведь раньше всех вставать. Ну, чего тебе? Ну? Вот тут. Утонченность мечты. Это как понимать? Утонченность мечты? Ну, как тебе сказать? Это, в общем-то... А где это ты взяла? В библиотеке. А это такой? Поэт Александр Блок. Поэт? Лауреат? Не знаю. Биография есть? Наверное. Родился в 1880 году. Так это старый. Ну да. Тезка, Александр, про что писал? Про любовь. Про любовь? Я вот тебе дам про любовь. Что это такое? Один футболом в классе стекла бьет, другая до утра про любовь читает. И вовсе не в классе, а в коридоре. Ах, ты ж не спишь, я вот ремень сниму. И не снимешь. Это почему? А штаны упадут. Я вот тебе сейчас дам, штаны упадут. Спи, ладно, у меня. Спи. Ладно. Разболтались. Если мать на дежурстве, так они и рады. Спите. Ты куда это, босиком? Ну куда? Туда. Туда. Простудишься. Ты что это, Саш, уроки делать стал? А это не уроки. А чего? А вот скажи, чем ты дышишь? Как что? Воздухом? Нет, кислородом. А-а-а. А вот печень, она тоже кислородом дышит. И вот я хочу сделать, чтобы ей легче дышалось. Понимаешь? Нет, не понимаю. А вот скажи, нравится тебе наша фамилия? Савченко звучит? Вроде звучит. Ну, это для тебя она звучит, а вот для некоторых не звучит. Для кого? Ну, это не важно. Рахманинов звучит? Или вот этот вот, Блок? Я шел во тьме дождливой ночи, и в старом доме у окна узнал задумчивые очи. Звучит? Звучит. Вот я и хочу, чтобы наша фамилия зазвучала, чтобы все узнали. И чтобы она почувствовала. Кто она? Печь. Ну-ка, иди спать. Смотри, что написали. Чья это работа? Кто наморал? А ты присмотрись. Ты что ли поэт? Да нет. Да нет, что ты, разве он может? Нет. Разве Федя может такие стихи написать? Сомнений нет, это классик. Подпись Александр Сын Сергеевич Пушкин. Здравствуйте, товарищи. Садитесь. Здравствуйте. Савченко. А почему вы не садитесь? Я это... Товарищи, последнее сочинение показало, что у вас не все благополучно с прямой речью. Поэтому сегодня займемся повторением правил правописания прямой речи. Кто дежурный? Почему доска грязная? Я. Где тряпка? Пропала. Ну, я схожу, достану. Сидите. Об этом нужно было заботиться до урока. Понятно. Вот это да! Мне приятно, что хотя бы в такой форме вы повторяете пройденный материал. Однако Пушкина порядком переврали. Дежурный, сотрите это. Нет, я не сотру. Пусть сотрет тот, кто это написал. Или я его носом вместо тряпки. Савченко, садитесь. Не сяду. Пусть сначала встанет тот, кто это наморал ерунду. Савченко. Женька, вставай, то поднимем. Твой ж почерк. Ах, это ты. А ну-ка иди-ка. Стирай. Савченко, попрошу вас сесть. А вы подождите. Не стирайте. Читайте.
Я? Вы, смелее. Неужто не разберете свой собственный почерк? Увы, Татьяна не дитя. Так, от какого лица идет речь? От первого. Значит, это? Прямая. Дальше. Старушка молвила кряхтя. А это? Косвенно. Нет, слова автора. Да, автора. Так как же мы отделим прямую речь от слов автора? Можно я сяду? Кавычки и черточка. Тире. Тире. Ну почему же вы не отделили? Возьмите мел. А теперь можете стереть и садиться. Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что уж коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели. Эх ты, Ишаченко! Савченко! Если вы скажете еще одно слово, я вас удалю с урока. Пока, мальчики! Осторожно, Марк, поскользнешься. Занеси. Хорошо. А кого ждем? Иди. Иди. А еще меня ругали. А я ведь что? Я только святую правду. Пошли. Почему домой не идете, Савчин? Я жду этого историка. Мне надо. Так он, наверное, сейчас выйдет. Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, я, пожалуй, не дождусь его. Я домой пойду. К вам же совсем в другую сторону. Савченко, не надо. Не надо. Алешина! Ой, Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Вы почему занятия пропускаете? Ну, извини, Татьяна Сергеевна, задержалась на производстве, срочный анализ. Запасными туфлями. Ты домой? Да. Ну, я тебе сейчас все объясню. Саш, ты чего встаешь? Танюш, ну почему ты такая строгая стала? Догоняй, Саша! Вот это и есть Саша. А мне в другую сторону. Симпатичный. Привет ученым! Здоров. Совсем в занятии ударился, даже похудел. Ох, жалко мне тебя, Сашок. Это почему же? Ну, кажется, ты учишься, а провожают другие. Ой, дал сразу двух подхватил. А ты? Прошу познакомиться с моей невестой. Лидочка и Рая. Тая. Ну да, я и говорю, рекомендую. Как-нибудь в другой раз. Ладно, девочки. Рыбоньки, дорогуши, простите. Так, что ж, Сашок, значит, совсем от нас отбиваешься. А многое теряешь. У нас сейчас мощная компания подобралась. Я... Женечка, Никола из Литейного, девочки, что было? Слушай, отстань со своими девочками. Ну, ясно, теперь вас только одна интересует. Татьяна, вспомни дни золотые. Да замолчи ты. Что, не нравится? А ты симфонию Чайковского слыхал? Чего? А знаешь, кто Васнецов? С автобазы, что ли? Эх ты, с автобазы. А ну домой сейчас же. Чего здесь? Так, крепко. Чего? Крепко, говоря, она тебе мозги замутила. Симфонии ей подавай. А ведь так трезво взглянуть, обыкновенная баба, как все. Слушай, Юр, я прошу тебя, только ее не трогай. А я и не трогаю. Вот инженеры. Чего инженеры?
Да нет, так слово пришлось. Ну чего здесь на снегу валяется? Иди домой. А ты почему не спишь? Ну учись, учись. В дураках останешься. Гражданин, ваш пропуск. Сашенька, только тебя вижу, что с работы да на работу. Мы сегодня собираемся, может, придешь? Я занят. Сегодня же суббота, в школе занятий нет. Все равно занят. Не верю в эти занятия, слышишь, не верю. А я и не заставляю. Ну, что я тебе могу сказать, Саша? Я даже толком не понял твои мысли. Не поняли? Ну, не очень, понимаешь? Саш, а скажи, как у тебя дела в школе? По химии, по физике? А к чему это? По-моему, не относится. Да относится. Понимаешь, напутал ты здесь так, что даже... Что даже? Ну вот сам посмотри. Ну? Это ко мне. А, Танюша, здравствуй. Здравствуй. Это что у тебя? Секрет без меня не открывать. Хорошо. Здравствуйте, Савченко. Здравствуйте. Ну-ка, погоди. Ой, как у вас накурено. Из дома? Ага. И окурки на столе. И плитка на столе горит. Хозяин. Из дома, Саш. Молодой специалист. Просто старый холостяк. Ну ничего, Танюш, все будет как нужно. Мои любимые. Ну что ж ты сам угощаешься? Угощайся. Да, Саша, угощайся. Спасибо. Берите. Нравится? Это все ее мамаша старается. Правда, выгодная теща. Ну брось ты, Коля. Ты куда, Саш? Я спешу. Угоди. А мы сейчас чай будем пить? Нет. Ну что ж, потом об этом надо договорить, Саш. А чего здесь говорить? Ну, это хорошо, что ты сам понимаешь. Я уж не говорю о технических ошибках. Вот тут по твоей части есть, Танюш. Ну что же вы, Савченко, как же применение пишется в предложенном падеже? Мы с вами это повторяли. Ну, еще раз придется повторить, подумаешь. Ладно. Ты че, Саш? Заболотный. Присутствует. Ищенко. Я. Ревенко. Я. Савченко. Савченко. Его сегодня не будет. А что с ним? Он заболел. А? И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Да брось ты переживать, Сашок. Ну вот лучше прими, помогай. С любовью. Что не хочешь? Ну как хочешь. Теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем? Да. Значит, ты думал, старался, изобретал. Да он тебя раз, и... А почему? Что? Не нравится ему, что ты за Татьяной, пардон, Сергеевной ухаживаешь. Вот он и старается, где можно. Ножку тебе подставить, некультурным тебя выказать. Чтоб самому свободней был. Что свободно? Мало ему, что на Альку с толку сбивает, так он еще и тут, на два фронта работает. Вот ты все думаешь, что ах, ах, они там друзья.
Ну, правильно. Днем они, может быть, и друзья. А вот... Слушай, Юра, только ты мне... Ну, ладно, молчу. Можешь продолжать все в том же духе. Бегать в школу на цыпочках, вздыхать. Они потом над тобой смеяться будут. Чего? А то. Весь класс над тобой смеется. Ведь ты вокруг нее как цуцик на задних лапках бегаешь. А она на тебя как вот на пустое место. Вертится что-то вокруг. Ну и пусть вертится. Даже выгодно. Успеваемость, посещаемость повышается. А за это хвалят. А вот ведь насчет чего серьезного у нее есть поинтеллигентней. Нужен это вот заводской, измазаться можно. Ну ладно, хватит. Ладно, хватит. Ну а что ж ты тогда вообще все вокруг да около бегаешь? А спросить ты так прямо не можешь, да? Где ж твоя рабочая гордость? Надо будет, спрошу. Надо будет. Тогда поздно будет. А это не твое дело. К следующему разу подготовить значение гражданской лирики Лермонтова и 4 строфы Думы наизусть. Разрешите? Зачем вы пришли? Вы же нездоровы. Почему нездоров? Я здоров. Разрешите? Ну, если... Садитесь. Спасибо. Что с вами? Споткнулся. Товарищи, все записали задание? Ты зачем пришел? Раз вы пришли, то запишите домашнее задание. А стоит ли? Вам бы лучше полежать. Зачем вы пришли? Зачем? Разве вы не знаете? А зачем я вообще сюда прихожу? Чтобы вас видеть. Вы же сами знаете. Не могу я больше так. Хватит нам в школьников играться. Ведь мы же взрослые люди. Надоело мне около доски стоять, эти задания записывать, вас по отчеству называть. Вы мне прямо скажите. Что вам сказать? Ну, погоди ты. Да мне тетрадку ну, потом возьмешься. Ну, что ты? Ну, потом. Татьяна Сергеевна, вы же видите. Я для вас все, что хотите, сделаю. Мертвый приду, если надо. Только вот я какой. Рабочий. Работяга. Ну, такой есть, таким и буду. Хотите за такого пойти? У вас температура. У меня давно эта температура. Но обожди ты, ну. Отвечайте, Татьяна Сергеевна. Ну что ж вы молчите? Почему вы в коридоре, товарищ? Да вот тут такое дело, вы сами посмотрите, пожалуйста. Что да такое? Что вы там открываете урок? Закрыто! Закрыто! Как закрыто? Татьяна Сергеевна. Откройте дверь. Резгаете, значит. Замараться боитесь. Так понимаю. Понимаете, как хотите. Вы пьяны. И я прошу вас больше в таком виде в класс не появляться. Так. Ясно.
В чем дело? Что случилось, Татьяна Сергеевна? Что у вас здесь произошло? Ладно, выяснили. Что ты наделал, дурной? Ладно, Федя, выясним. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было. Что вы делаете? Еще нахальство хватает спрашивать, что я делаю. Учительница. У такой учительницы одному поучиться, как хлопцев отбивать. Черт, под колеса несет, глаза дома забыли. Ладно, ладно, давай, проезжай. О, видал, тоже не спит, мыслитель. Кто? Инженер. А ну-ка, Сашок, погляди-ка сюда. А я в чужие окна не заглядываю. Да ты отступи от правила, очень любопытно. Вот ты мне все не верил, так теперь поверишь. Ну, посмотри же. Ну, понял. Полюбуйся красой Татьяну. Постель стели. Видал, как все просто. А ты страдал. Да. Где ты, моя недотрога? О, видал, и свет погасили. Милая, мне улыбнись. Саша, вот хорошо, что я тебя встретил. Встретил? Ну ничего, сейчас мы тебя встретим. Ну-ка, погоди минуточку. Можно мне будет у тебя переночевать? Чего? Да понимаешь, Татьяне хозяева отказали от комнаты. Но я ее временно поместил у себя. А самому? Почему отказали? Не говори. Отказали, все. Не знаю почему. Ну, держи. Да ты что? Да держи свою бандуру. Ну что, Саша? Давай, давай. Ну в чем дело, Саша? Да иди ты. Да куда? Домой. С чего это вы повздорили? Не важно. Пойдемте переночуем. Ты куда? Тетя Таня, тихо, срочное дело. Телеграмма. Вот еще. Привет. Полуношник. Можно? Нельзя! Ой, нельзя! Ты чего? Алёк, новость-то какая? Зинтучицу того выгнала. Как выгнала? Совсем, с барахлом. А как же она теперь? Не волнуйся, нашелся один. Молодой специалист, приютил. А может, я все-таки на полу лягу, Саш? Гостю место. Кинь, пожалуйста, спички. Спасибо. Тебе не жестко? Нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Сон вот что-то перебило. Почитать что-нибудь, что ли? О, биквадратное уравнение. Когда-то я за это уравнение единицу получил. Да, огромную единицу отхватил. Не учил ни черта, да и времени не было. Я ведь тоже в вечерней школе занимался. Работал и учился. Потом погулять надо было. Одним словом, было не легче, чем тебе. Пропускал, опаздывал. Даже бросить хотел. И бросил бы, если бы не одна девчонка. Моя соседка по квартире, такая маленькая, смешная, чуть не силой меня заставила учиться. Сидела над душой, книги носила. Всех соседей приучила на цыпочках ходить, когда я уроки делал. Да, даже на ключ меня запирала. Ну, поневоле пришлось. Втянулся. Окончил школу, пошел в институт. А девчонка с тех пор загордилась, решила педагогом стать. И стала. Ее Таней звали. Саш, ты спишь, что ли? Ну, спи, спи. Вьюга-то разыгралась. К весне. Покидаете нас пешком, не простившись. Ай-яй-яй. Как видите. Но почему же меня не предупредили? Я же вам обещал и туда, и обратно. Тем более за вами должок. А ну-ка, давайте свою библиотеку. Стрыбайте. Давайте, давай. Прошу. Садись, Коля. Привет, а втроем нельзя. А когда-то было можно. Не забыли, как я вас сюда вез? Ну ничего, обратно еще лучше повезу, с ветерком. Селением разбредемся в дальние края, ты уедешь. Погоди-ка. В чем дело? На вокзал налево. Да кто на вокзал? А вам куда? А мы уже приехали. Как приехали? Вот так. Вот сюда. За два рейса. Спасибо. Ничего не стоит. Держите свою библиотеку. С новосельем, Танюша. Ну вот у тебя есть собственная комната. Есть куда письма писать.
есть где гостей принимать. Танюша, и вид хорошо. Таня, эй, что такое? Татьяна Сергеевна, товарищ педагог. Педагог? Какой там педагог? Когда это не просто девчонка. Это для кого? Разве я думала, что мои ученики будут варить сталь, рожать, пить водку, отращивать усы? Эй, брат, тут дело не в усах. Ну, говори, что случилось. Зачем мне эта комната? Зачем мне это новоселье? Когда я здесь чужой человек, и все для меня чужие. Все. А может быть, не все? Ну, говори, что у тебя с ним произошло. С кем? Ну, с учеником твоим, с Савченко. У меня нет такого ученика. То есть как? Он бросил школу. Совсем? Не знаю, наверное. Уже 2 недели, как он не посещает уроков. Почему же ты мне об этом не сказала? Потому что это мне совершенно безразлично. Безразлично? Ты говоришь, бросил школу. Как же тебе... Ведь вот, смотри, узнаешь? Предложение о применении. Ты знаешь, я последнее время над ним сидел и, наконец, разобрался. Ведь мысли нужные, и парень он способный, Сашка. Но неужели тебе безразлично, что он на всю жизнь останется недоучкой? Так безалаберно и безграмотно все изложил, что я поначалу даже понять не мог. Я тоже не понимаю. Это что, претензии к руководителю класса или это... Подумаешь, какая классная дама. Претензии, класс. Это у тебя не класс, но ведь они и рабочий класс. И это основное в их жизни. Для этого они и учатся. А этого основного ты не знаешь. Может быть, поэтому они для тебя и чужие. Да. Давайте сюда, ребята, сюда заходите. Так. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна, с новосельем вас. Куда его можно поставить, Татьяна, а? С новосельем вас. Здравствуйте. Так, вот сюда, высоко забрали. Так, куда ногу мне, что-то еще? Я этот край поднимаю, вот это. Жень, ну что? Вот так, вот здесь поставим, да? Пол сухой. А ну-ка, давай познакомимся с нашими соседями, Маруся. С новосельем вас, Татьяна Сергеевна. Спасибо. А мы тут рядом. Ой, какая кухня маленькая. Общая, я думаю, не поссорились. Посмотри, Танюша. Конечно. Иван, что ты там заговорился? Скажи жене, посуда требуется. Тихо. Ой, ну что вы, ребята, ну зачем все это? Ну как же зачем, как же зачем? Новоселим, нельзя же в пустой комнате. О, нельзя, такая комната нельзя. Хорошая. Давайте сюда. Поехали. Смотрите, не испачкайтесь. Что, знакомых проведать? Да нет, скорее не знакомых.
Генерал восьмой печи. В десятой пробе углерод 0,25. Узнаете голос? 14. Это же ваша ученица. Генерал восьмой печи. Алеша! Аня! Да. При чем тут Крушенкова? Она же к тебе приходила. Чего? Неужели ты не понял? Слушай, Федь, я тебя попрошу, не лезь-ка ты в дела, в которых не смыслишь. Где уж нам? Мы ведь темные. Ну вот что, кончим разговор. Аля, почему вы в последнее время меня избегаете? Что случилось? Это я вас должна спросить, что случилось. Да ни к чему, и так все ясно. Не понимаю, что ясно? Не ходите за мной. Ха, привет. Этот тип тебя преследует, что ему нужно? Алёк, радость моя. Аля меня зовут, и радость я не твоя. А чья же? У инженеров другие радости есть. Ну ничего, сама прибежишь. Как миленькая. У меня идет все в жизни гладко, и аварий не было пока. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Я, друзья, не верю в обещания, обещание — это звук пустой. Назначайте девушке свидания, все равно останусь холостой. Назначайте девушке свидания. А что она, интересно, на заводе делала? Кто она? Учительница. Сама ее в мартеновский пропуск выписывала. Не зачем ходить, где можно. К тебе приходила? Не знаю, не видел. Слушай, брось ты, Зин, кончено с этим. Понимаешь, кончено. И хватит.
Ну ладно, не буду. Измучилась я за эту зиму. Ох, как измучилась. Может, весна будет хорошей. Саш, здравствуй, Зин. А у нас в школе подготовка к экзаменам началась. А это его не интересует. Погоди, ты не с тобой. Значит, окончательно школу бросаешь. Окончательно. Ну что, пристали к человеку? Идите своей дорогой. У тебя уж и голоса своего нет. Ну чего тебе? Ничего. Ну иди тогда. Ведь мне учителей-то не надо. И учительниц тоже. Дурак ты. Ты посмотри на него. Ну чем у вас только в школе-то учат? Отодвинься ты. На гитаре играть. Глушь ты нерадиофицированная. Пойдем. Пошли, Федя. Не выносит. Слушай, Федя. Что в Феде? Иди ты лучше. Как бы сделать так, чтоб всю неделю. Ладно, я-то пойду, только с кем ты останешься. Как бы сделать так, чтоб всю неделю в жизни получался выходной. Педагог, какая встреча. Ну, как поживают ваши двоечки? Не подмокли? Что, на занятия опаздывают? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, ученики там сидят, ждут, а педагог здесь застрял. Что же делать-то, а? А может, вы пока здесь урок проведете для нас? Мы ведь жуть как соскучились по занятиям-то, а, Сашо? Ну, скажем, на тему, что такое ничего и как из него сделать что-то. Ну что же, умолчите. А, может, вам конспектики достать? Минуточку. Не стоит. Ну, не стоит. Недавно я видела человека, который умеет работать так, что приятно смотреть на его работу. Мне казалось, что у него есть ум, душа, характер. И мне стыдно за него. Стыдно, что он стоит и слушает пошлости такого ничтожества, как вы. Портфель не потеряй, учительница! И тетрадка тоже! Саша! Сашенька! Сашенька! Саша, куда же? Ну зачем? Простудишься? Иди. Иди. Все из-за нее. Надо было нам ее сразу выгнать, да 250 рублей на дороге не валяют. 250 рублей? Да пес с ним, он мне никогда не нравился. От Паши Чобот из Литейного. Как за тобой убивается. И зарабатывает не хуже техник. И этот, как его, Тарасюк тоже. Ну, Зиночка,
Ну, доченька, ну не плачь. Ты же у меня красивая, без мужа не останешься. Без мужа? Без мужа. А любви? Любви для вас нет. Для вас только деньги. 250 рублей, 350 рублей. Хозяин, не хозяин, зарабатывает сундук для вас. Больше для вас ничего нет. Эх, вы, мамаша. Ой, Сашка, какой ты. Что, смешной? Ой, погоди, Саш, ты куда сел? Ну вот, все измочил. Специально для него приготовила он. Вот посмотри. Чего тебе? Как наша фамилия зазвучала. Что ты ерунду мелешь? И не мелю, а точно. Тут все, как ты говорил. Тут про все написано. И про кислород, и про талант, и про то, что ты в школу не ходишь, а больше про нее. Проговорить про нее. Про печь. Правда, здорово зазвучала наша фамилия. Ну что ж, Саш, если нам сегодня отплавка удастся, то, видимо, в августе на этот раз Новый год придется встречать. Кто его знает? А в школе ты наверняка на второй год остаешься. Ну, брось дурить, Сашка, ну ты же отлично понимаешь, что учиться тебе необходимо для работы, для жизни, для любви. Ну, что ты на меня так смотришь? Люди ради любви горы ворочают. А ты боишься до школы 100 метров пройти. Погоди-ка. Эх, Алёк, я к вам всей душой, а вы на меня как на пустое место. Отстаньте от меня. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте. Можно мне с вами поговорить? Нельзя. Я не с тобой разговариваю. Аля. Ну, не видите, девушка не желает с вами разговаривать. И не мешайте ей готовиться к экзаменам. А то ведь недолго и прогонные выписы. Может, попробуй? Да идите вы лучше к своей учительнице, пока она дверь на ночь не закрыла. Куда идите? А, Сашок. Да вот, понимаешь. Чего понимаешь? Сашок, ну куда ладно, идите? Ну пусти ты, ну. Чего ты трепишь? Ну ничего. Что ты людям грязь в душу? Да, Сашок, я ж пошутил. Пошутил. Да брось ты. Ладно, попомнишь. Ты что, Саш, немного не рассчитал. Встретимся еще, а еще другом назывался. Плыви, плыви, музыкант. Так и утопить вообще можно человека. Да здесь-то мелко. Ну, я пошел. Куда? Да тут недалеко, 100 шагов. Смотри, на смену не опоздай. Не опоздаю. Thank you.
Билет номер 17. Вопрос первый. Многоточие. В каких случаях ставится многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен. И много еще осталось впереди. Верно? Мне пора.